Всем привет, мои дорогие, с вами Ирина. Сейчас будем обозревать мои покупочки, покажу вам то, что купила. Решила все это в отдельном видео показать. Пойдемте смотреть. Так, ребятки, начну с кедов. Да, не с кухни, это Женя себе купил кеды такие на работу. Вот. Такие симпатичненькие. Ребята, вот сколько здесь всего много. Сейчас по порядку постараюсь показать. В общем-то, потратили на все это мы около 4000 рублей. Может быть, даже 4, я не знаю. Но примерно такая сумма. Давайте подробненько смотрим. В общем, здесь картофель. Картофель мы взяли в Пятерочке. По-моему, 59 рублей, точно не помню. Так, мука. Вот такая мука. Правильная. Бывает, наверное, неправильная. Вот. Честно, такую ни разу еще не брала. Будем пробовать. Так. Здесь, значит, у нас из магнита ватные диски. Держи, будем убирать все потихонечку. Здесь помощник у меня пришел. Просто на столе завал полнейший. Так, ну вот такие вот штучки для унитаза. Тоже мы забираем отсюда. А вот эти вот щетки, это вообще дешевые щетки. Мы взяли их, чтобы в Питер ехать. И как бы там не жалко было оставить. Так что это у нас в дорогу щетки. Тоже держи. Ну, можешь потихонечку относить, что здесь пока лишнее. Так, это Женя себе берет. Пенка, да, наверное. Ну да. Здесь он взял себе вот такое мыло хозяйственное. Вообще это для работы он себе берет, чтобы когда делает авто, ручки мыть. Так, антижир это я себе взяла вот такой. Кстати, еще один где-то должен быть. Не было. Значит, все в машине оставила. Женя взял себе азелит. Но азелит у меня уже есть, и я от него не в восторге. Хотя не знаю, почему от него все в восторге. Я совсем не в восторге. Я себе взяла вот такой попробовать. Я уже не знаю, чем мыть, чем все чистить. Просто никак не найду хорошее средство. Так, это Пепси Женя себе взял. Шампунь уже второй раз вот такой беру. LCF именно вот для преображения, да. А также такой еще красный мы брали. Мне тоже понравился. Так, здесь у меня ванилин, разрыхлитель и крабовые палочки. Вот такая большая упаковка. Даже не помню, в каком магазине брали. Не хочу соврать, ну ладно, не суть. Мы сегодня были просто в Пятерочке, Победе, в Светофоре, в Магните, где мы только не были. Рыба. Здесь, значит, у меня минтай, а внизу скумбрия. В общем-то... Ой, сейчас нужно это отправить будет в морозилку. Здесь вот такие вот йогурты Активи. Это я в Магните взяла, да, без сахара. Ну, я не знаю, мне не принципиально, но мне захотелось попробовать. Такое я просто не пробовала. Масло сливочное. Хорошее, кстати, масло. Беру постоянно. Мне очень нравится. 82,5% здесь жирность. Так, вот такие крупные вермишельки, макарошки. Я не знаю, я их буду, наверное, фаршировать. Посмотрим. Просто здесь неудобно все у меня лежит. Здесь две тушки курицы. Вот. На будущее, ближайшее, да? Но я думаю, что я их быстро приготовлю с такой скоростью, как я готовлю. Дошираки, не удивляйтесь. Я взяла для того, чтобы немножечко поэкспериментировать и сделать вкусненькие рецепты. Я очень нашла интересные рецепты, хочу... их попробовать в действии, да, и приготовить. Так, ну здесь у нас зелень, листья салата. Сейчас я зеленый лук не покупаю, так как у меня за окошком на участочке лучок зелененький свой. Хлеб вот такой мне очень нравится, зернышками, я его просто обожаю. Никто больше не ест у нас хлеб, ну а я вот такой люблю. Так, лаваш, наггетсы, мираторг, это Диана у нас любит, обожает их просто. Так, криль вот такой взяли. Ну, мы любим такие бутербродики делать. Вкусненько, быстренько. Так, сыр. Сыр. Какой сыр мы взяли? Я даже сама не знаю, как мы взяли. Гауда, да? Как правильно, гауда или гауда? Я не знаю, поправьте мне в комментарии. Так, еще вот такой творожный сыр. Первый раз мы это взяли, увидела. Здесь 400 грамм. Прям выглядит аппетитно на упаковочке. Думаю, что вкусный. Цезарь сырный, соус майонезный.
Так, девочки, девчонки, ну я, как всегда, не могу пройти мимо. Сейчас же куличи украшать, да, хотя их уже украшаю длительное время, но лишним это точно не будет, хотя у меня уже... Нет, у меня еще есть, но мало же осталось всяких украшений. Вот такие, кстати, я первый раз увидела, я не видела, не знаю, у нас не было таких в продаже. Яркие, вкусные сахарные фигурки. Ну, как раз-таки вот здесь, как показано, для куличей, так и будем, наверное, украшать. Очень оригинально, кстати, мне понравилось. Взяла такие формочки, у меня большие есть, а маленьких нет. Поэтому я взяла такие. Что еще вам здесь не показала? Мармеладки. Я с чаем люблю. Давно не брала. Молоко, не помню, показывала, нет. В общем-то, вот молоко. Ребята, это все, все покупки. То есть, вот такие они у нас. Ничего мы не планировали, мы просто... То, что вот закончилось, то, что нужно, то, что требуется, взяли. То есть это не по списку что-то там и не по необходимости, ребят. Все, мои дорогие, будем заканчивать наш небольшой обзорчик. Вот такой он получился. Показала вам, что купили. Всем пока. Скоро увидимся.